Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал некоторые заявления при общении с прессой в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Он также ответил на вопрос в связи с российским миротворческим контингентом, который временно дислоцируется на территории Азербайджана. Глава братского государства подчеркнул, что президент Ильхам Алиев внимательно следит за ситуацией в регионе. Соглашение заключается в том, что российские миротворцы останутся на указанных местах до 2025 года. В 2025 году Россия покинет эту территорию. И я верю, что Россия будет придерживаться данного соглашения. Мой брат Ильхам Алиев внимательно следит за этим вопросом, добавил он. Подпишитесь на наш канал Budranews и будьте в курсе всех событий.